партнер Андрей Митяшин. Я занимаюсь в клубе Гаджиро джиу-джитсу. Мои тренера – это Георгий Размадзе и Джимми Размадзе. Я покажу вам два броска. О Гоши и Арая Гоши. Подхват под две ноги и бросок через бедро. Начнем с броска Арая Гоши. Перед тем, как мы начнем бросок, нужно взять захват. Захват мы берем своей левой рукой, ему правой рукой. Нужно взять под локотком и выключить его руку, чтобы захват был натянут, чтобы контролировать его руку лучше. Потом мы протягиваем, либо берем за пояс, либо за спину, либо вообще сверху. Но мне сверху неудобно, потому что я маленький. Вот ему было бы удобно, потому что у него рука большая. Я вот взял раз, потом вот этой правой ногой захожу ему между ног на носочек. Потом на этой ноге прокручиваюсь ему под живот. И встаем на ровную линию. Потом поднимаем эту руку и смотрим, как на часы. И смотрим ту сторону, куда мы будем бросать. Я буду бросать в ту сторону. И, соответственно, я бросаю. Арая Гоши, начнем с него. Берем левой рукой его правую руку под локотком. И натягиваем ее. Так, чтобы получилось как струнка вытянутая. Потом правой рукой либо берем за шею, либо за спину, за пояс, либо сюда. Берем за спину, за пояс, и вот этой правой ногой я захожу между ног на носочек и разворачиваюсь к нему под живот. Я должен стать на носочках на ровную линию. Потом я поднимаю эту руку, смотрю как на часы. Потом я смотрю туда, потому что я буду туда бросать. Эту ногой я подбиваю во время того, как я начну его бросать. Сейчас мы будем делать бросок ОО Гоши, или же бросок через бедро. Первым делом мы должны забрать левой рукой его правую руку, так, чтобы была натянута его правая рука. Потому что я смогу его так контролировать в любую сторону. Потом правой рукой я ему захожу под его левое плечо. Хватаю либо за пояс, либо за спину, или же верхний захват. Я забираю за пояс, мне так удобнее. Потом я этот захват натягиваю, ставлю правую ногу между его ног. Своим бедром убиваю его, одновременно закручиваясь. Эту руку я поднимаю, смотрю как на часы, смотрю прямо, куда бросаю, и убиваю его тазом. Спасибо, что посмотрели, и не забывайте то, что нужно самостраховаться, и даже если вы занимаетесь джиу-джитсу стойкой, это очень важно. И желаю вам не падать на выдохе. Ну ты, все тут так хорошо начиналось.